То есть сейчас будет полная импровизация, да, у нас. Маленькое чудо. Впервые и маленькое чудо. Чудо же должно быть у нас на передаче. И вообще чудо, я считаю, что аниме – это чудо. Вот. Это, я считаю, что это явление в нашей русской культуре. Ну, чтобы, конечно, не возвысились. Но вы уже, наверное, прошли все. Главное, что вы вместе, что вы живы. Вот. И то, что вы собираетесь и дальше, да? Да, петь. И радовать нас своими голосами. Спасибо за признание. Да, потому что я аниму сразу узнаю с первых вот нот. А это хоров очень много. А так, чтобы... Так что поздравляю вас с таким явлением. Ну, давайте споем песню. Давайте. Она называется... Зимняя песня. Зимняя песня. В этой деревне огни не погашены, ты мне тоску не пророчь. Светлыми звездами нежно окрашена тихая зимняя ночь. Светятся тихие, светятся чудные, слышится звон колыньи. Были пути мои трудные, трудные, где же печали мои? Ты мне тоску не пророчь, тихая зимняя ночь. Слышится звон колыньи, где же печали мои? Слышится звон полыни, где же печали мои? Скромная девушка вам улыбается в месяц улыбчив и рад. Трудное, трудное все забывается, светлые звезды горят. Кто вам сказал, что в Англии заметелины стынет покинутый луг? Кто вам сказал, что надежды потеряны? Кто это выдумал вдруг? Месяц улыбчив и рад, светлые звезды горят, стынет покинутый луг. Кто это выдумал вдруг? Стынет покинутый луг. Кто это выдумал вдруг? Звон полыньи. Были пути мои трудные, трудные, где же печали мои? Ты мне тоску не пророчь, тихая зимняя ночь. Слышится звон полыньи, где же печали мои? Слышится звон полыньи, где же печали?